В Бразилии в ДТП сгорели десятки машин. Есть жертвы. Автомобили столкнулись в облаке дыма, образовавшемся после пожара. В Бразилии произошло масштабное ДТП с участием 36 автомобилей. Погибли не менее 2 человек, 20 получили ранения, передает Синьхуа. Инцидент произошел в районе населенного пункта Жакари, на трассе, соединяющей Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Машины столкнулись в облаке дыма, образовавшемся после пожара. По предварительным данным, грузовик с краской попал в аварию и загорелся. В условиях плохой видимости последовали десятки столкновений. Большинство автомобилей сгорели дотла. Спасатели тушили огонь почти 2 часа. Как сообщал корреспондент Нет, ранее в Бразилии сгорел пассажирский автобус, погиб 21 человек, еще 22 человека получили ранения. По материалам сайта newsgro.com.